Конец марта, клещи просыпаются. И хотя снег еще лежит, на себе уже можно найти кровососущего, особенно жителям степей и предгорья. Год назад первого клеща снимали с человека 5 апреля, а за сезон таких случаев было около 10 тысяч. Заболевших из этих 9814 было 26 человек. И что характерно, в нынешнем году тяжелых форм было очень много, 58% из заболевших, из этих 26, оказалось, 58% перенесли заболевание в достаточно тяжелой форме. Прогноз на этот год хуже. Клещей будет много, большинство с вирусами боррелиоза, сибирского тифа, энцефалита. Последний поражает нервную систему и не проходит бесследно. Остаются риски отложенных проблем со стороны здоровья, потому что вовлекается нервная ткань, которая достаточно долго восстанавливается. И эта болезнь с большой вероятностью может отложить отпечаток на качество жизни и продолжительность жизни в перспективу. Обезопасить себя можно с помощью прививки. Край закупил 105 тысяч доз вакцины и 7 тысяч миллилитров иммуноглобулина. Сегодня правильно прививать действительно осень, весна и следующего года весна. Ситуации бывают всякие, и бывает так, что в некоторых обстоятельствах мы прививаемся по ускоренной схеме. Есть какие-то сроки введения вакцины? Есть предлагаемые сроки. Пока еще наши клещи спят, правильнее прививаться. Роспотребнадзор тем временем выдает предписание по карицидной обработке городских скверов, аллей, парков и детских лагерей. Но уже сейчас, выезжая на природу, предупреждает, лучше носить плотно прилегающую одежду. Анара Шагирова, Александр Андропов. День с толком.